Привет! Привет, Алмата! Хорошо. Хорошо, а вы как? Ну, спасибо. Елена, удалите сами себя, пожалуйста. Чё, работаете, да? Встречу поди проводите? Чё, сладкие вкусы-то есть у вас? Выздоравливай. Нет груди. Hot Iron? Почему фигня? У меня мама ходит на Hot Iron. Почему фигня там? Холостяк? Не знаю, надо спросить у холостяка. Привет. Вот жесть, конечно, есть гречку в машине. Я не ем гречку в машине. А что у меня с камерой? Блин, я чуть не повелась, я думала, это не выпишет. Нет, у меня нет прав. Сколько вес брать на ноги на начальном этапе? Нет. Женщин нет прав. Да. Я, кстати, всегда так делаю. Я всегда ее сиськи тру. Сколько брать вес? Анька, привет! Да я же не знаю, какого вы размера и какие у вас там данные. Может, вы весите сотку там? Какой вес брать? Конечно, сразу в соточку присела и выкакала позвоночник. Диман, привет. Ну, только здесь со всеми могу поздороваться. За один присед просто хоп, выросла. Я рабочий вес, ну, где-то 50-60, а так сотку. Сотку на раз. Сердечки. Спасибо. Ну и что, все бездельники, что ли? Вот 100 человек сидит, не работает. Мам! Чё? Папа сейчас придет. Чем похудение на Energy отличается от похудения на ПП? Да любое похудение это похудение. Только оно безвредное. На ПП я не могу худеть на ПП. Мне лень этим заниматься. Готовить, ходить с контейнерами, кушать гречку в машине. Ну, мне не нравится ПП. Вот и все. Лина, выключи интернет у себя. Как худеть беременной? А зачем беременной худеть? Не надо беременной худеть. Потом похудеешь. Через 9 месяцев. Я вот, видите, сегодня как толстая забеременеть. По каким принципам будем выбирать победителя? Ну, просмотрим все фотки участниц. Явных претендент. Отсеем телок с прессом, с идеальной фигурой, с задницей.
Оставим девочек с проблемами. Ну, с явными проблемами. Не так, что у меня тут, блядь, 1,5 сантиметра на талии отложилось. Ну, а с такими. Ну и, естественно, не 100 килограмм, чтобы там, да, девочка весила. Вот. Ну, вот это вот вполне себе беременную, да. Не ешь мед. Это очень аллергично, или как это, блядь, говорится, это по-русски. Чё? Живот болит? Да? Живот болит? Иди покакай. Во, аллерген, да. Чё это за режим проблемы? У меня мейк, ну, ты кэп, однако. Ну вот, ну, блин, не знаю, мне кажется, ну, беременным кормят. Спасибо, Захар. Я надеюсь, не видно, что он на заднем плане на горшке серед сидит. Захар, ты палишь мать. Завтра, кстати, в 11:30 иду на консультацию в Дюну к Егорову. Собственно, по векам и по носу. Так что включайтесь. Как, где фото просмотр? В инсте, конечно. Здрасте! Я бы продолжила после здрасте, но не буду. А какое у вас любимое блюдо? Первый, второй десерт, ростбиф. Похудела через 3 часа буквально. Ну а куда ж тебе? У тебя-то мелочь, совсем еще мелочь. А я вот такой. Че с веками? С веками будем удалять вот эту грыжу и будем открывать глаз, чтобы он был вот такой. Вот. Ну не, ну чуть-чуть у меня. Сейчас макияж не видно, но есть чуть складочка, ее будем убирать. Сиськи после первых родов. С ними кормила, да. Сколько денег операция стоит? Веки? Скажу, конечно. Но там мы будем прям, я постараюсь с самим Егоровым выйти на, ну, в перископ. Он там ответит на все вопросы. И нос Егоров. Нет, Егоров. Сейчас секу. Кто упал? В горшок, что ли? Ну, не надо доставать только оттуда, ладно? Ты покакал? Сиди. Ну да. Див, ты покакал еще. Сейчас, подожди, Лине, скажи, вам попу помыла, а потом к тебе. Ты покакал? А что ты трусы-то надел? Или ты не какал? Врун. Он, оказывается, не какал. Грудь сделать, смотря какие импланты. Американский или евросиликон. И смотря в какой клинике. Вот в Дюне сейчас акция на евросиликон. Господи, я делала их почти 6 лет назад. Там акция, по-моему, под ключ 130 тысяч сейчас сиськи стоят. Вот я вам всем советую. Кому на сисек надо, вперед. Да что ж такое-то опять игнором? На груди? Я не планирую операцию на груди. Зачем мне операция на груди? Бог с вами. Еще две. Нет, не делала коррекцию.
Да смоки у меня глаза, ну что за кэп-то там завелся? Егорова по рекомендации, да. Операция на глаза, там даже без наркоза. Там под местным. Что, Захар? Что, сын? Говори. Сейчас у меня тут парень опять пришел. Да, я подробно расскажу. Сейчас, подождите. Че, сын? Сейчас придет папа. А, тяжело после операции на груди? Да нет. А сколько по времени? Да я не знаю, я делала 6 лет назад, думаете, я помню. Еще поди бухая была, как обычно. Не знаю, сколько там оно длится. Я не пью, все. Я в завязке. Грудь смоки, да. Грудь губы стрелы. Настя, привет. Как там мелочь? Снег? Помаши ручкой, на тебя смотрят. Скажи привет. Кто там? Кран. Ёпта. Поцелуй его. Не конь, а кран. Кран, да. Ястржемпского нет, а кто это? Почему должна его знать? Еще снег. Захар, скажи давай, давай, как ты говоришь? Ну-ка спать, как ты говоришь? Ну, ну-ка спать. Да что там у тебя боит? Он всем говорит, ну-ка спать. Ходит. Давай, давай. Ну-ка, пач. Ну-ка, пай, скажи, давай, давай. Давай. Ну-ка, ой. Не прыгай на моей кровати. На сегодня, ой, все, никаких планов. Я вчера себе колено. Вот не, это самая идиотская травма в моей жизни. Приседала сотку, коленям ни хера не было. Да дом, не ори ты громче, мне говоришь. А вчера сделала обычное сгибание с каким-то там очень легким весом и хернула себе колено. Теперь ходить не могу, спала сегодня, вообще аж плакала во сне. Доча сейчас нет, не занимается спортом. Лентяйка учится. Ну, хоть отличница, и то хорошо. Захару 2,5. Ой, Дима, ты не знаешь, где она учится. К Новоселову передумала. Намазюкала Маська, не помогает.